вот о выгоде боевиков. Они действительно сегодня получили уникальную возможность эти предприятия национализировать, так, в кавычках национализировать. Это называется отжать, остановить и дальше их порезать на металлолом. Да, есть тема Курченко. Действительно, они рассматривают вариант, чтобы Курченко эти предприятия попытался восстановить. Хочу сказать, что нету даже 1% возможности запустить эти предприятия не в украинском правовом поле. Предприятия, которые экспортируют свою продукцию, они могут работать только в рамках украинского законодательства. Другого не существует.